Чувствую, горилла. Сейчас доктор придет, я ему позвонил. Ай, горилла, как мне тебя жалко, я доктору позвонил. Доктор сейчас на машине идет. Я его очень люблю и люблю гориллу, поэтому всегда пытаюсь ему помогать. И мою собачку тоже, с ней тоже что-то плохое. Я ему оба позвал доктора, доктор всегда всех спасает. Ой. О, это же доктор, он мне позвонил. Сейчас, подожди минутку. Он сейчас придет и вылечит. Я пойду ему открою дверь. Пока!